Календарная весна должна наступить уже послезавтра, а вот климатическая радует жителей Кабардино-Балкарии еще с 18 января, говорят метеорологи. Но, несмотря на это, настоящее тепло в республике ожидается лишь к концу марта. Зима была мягкой, короткой и благоприятной для сельского хозяйства, что в КБР случается раз в несколько лет. Хотя еще недавно такие климатические отклонения происходили с периодичностью в десятилетия. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни продержатся небольшие осадки и туман, а вот к 5 марта температурный фон в Кабардино-Балкарии может резко измениться, причем в сторону похолодания. Арктический морозный фон будет способствовать усилению ветра до конца грядущего месяца. Волны холода периодически будут накрывать республику. Если говорить о погоде на месяц, то, конечно, вот самый холодный по предварительной оценке ожидается конец первой декады. Это вот после 5 до 10 где-то. И самое теплое, конечно, будет это третья декада, где уже ночные температуры будут положительные, плюс 3,8, и дневные где-то от 17 до 20 градусов.